Муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений должны сдать в кадровые службы и по месту работы сведения о доходах, об имуществе, обязательствах и имущественного характера за 2016 год. Срок подачи декларации не позднее 30 апреля текущего года. В случае, если 30 является выходным днем, то необходимо предоставить справки в последний рабочий день, предшествующий указанной дате. Об этом на семинаре с руководителями напомнила доцент кафедры дополнительного профобразования БАКСУ Лилия Султанова. Если все-таки лица, которые обязаны предоставлять эти справки, не укладываются в последний рабочий день, то есть возможность представить эту справку, направив ее по почте. Соответственно, если вы ее принесете, так скажем, теоретически 30 апреля на почту, то, соответственно, считается, что был установлен срок эту справку сдать. Обязанность предоставления справки остается и после смены места работы, если это государственная или муниципальная служба. Ранее всегда возникал вопрос, что делать с теми, которые, например, уволились после 1 января, когда началась эта кампания. В отношении тех, которые ушли, как я говорю, на вольные хлеба, в методических рекомендациях нет никаких, данных. А вот в отношении тех, которые перешли со службы с одной на другую, соответственно, у них обязанность осталась по предоставлению справки по предыдущему месту работы. Муниципальные служащие должны отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах, в том числе о сделках по приобретению земли, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и акций. Рассказывать необходимо и об источниках получения средств, за счет которых совершена покупка. Предоставляемые сведения подлежат проверке. В ходе семинара его участники могли получить ответы на интересующие вопросы у специалиста.